Привет, друзья! Сегодня готовим вкусный летний ужин. Мы пожарим мясо на нашей сковороде Этерна, но прежде мы его обязательно замаринуем. Обычно мы используем для маринования емкости, добавляем специи, перемешиваем мясо. В компании Этаповы появилось изделие, которое я называю великолепным помощником. Это чудо-маринадница Этаповы, которая состоит из двух частей. Первая из них имеет объем 2,25 литра, вторая имеет объем 3 литра и, в принципе, позволяет мариновать даже большую курицу или большое количество шашлыков. Обратите внимание, что и на крышке, и на дне есть специальные пирамидальные выступы, которые позволяют маринаду хорошо впитываться, плюс ко всему равномерно распределяться. Давайте посмотрим, как это происходит. Итак, у нас с вами есть мясо. Мы нарезаем его на кусочки, которые нам необходимы. Итак, мы положили мясо, добавили все необходимые специи и добавили для лучшего проникновения маринада растительное масло. Что делаем сейчас? Закрываем маринадницу. Закрывается она легко, просто с угла на угол. Обратите внимание, что верхняя крышка полупрозрачная, то есть вы будете прекрасно видеть, как маринуется мясо. Теперь мы берем маринадницу и вот такими движениями начинаем отбивать мясо. Мясо идеально отбивается. Вы можете великолепно ее перемешивать, делать совершенно различные движения. И давайте посмотрим, что же у нас получилось. Итак, мы с вами все отбили. Открываем нашу герметичную крышку. И обратите внимание, мы получаем классные, одинаково замаринованные кусочки мяса. Так как в маринаднице, обратите внимание, стоит с другой стороны. Так как в маринаднице крышка герметичная, поэтому вы можете что сделать? Оставить мариноваться мясо на некоторое время непосредственно в ней. Маринад будет великолепно проникать внутрь мяса, но вы будете получать очень классный результат. Помимо мяса здесь можно делать вкуснейшие салаты, например, капустные. Отбивая капусту, добавив огурчик, яблочко, вы будете получать действительно вкусное блюдо.